Українська музика може не лише плакатись про свої негаразди, а наплакати на гучний успіх на світовому рівні. Ясна річ, будь-який злет небезпечний подальшим падінням. А вдача посміхається не тільки зухвалим, а й працелюбним. Маємо таких на прикметі зовсім близько. Команда з Дніпра Мері Лінор звернулась по допомогу до своїх друзів-шанувальників, чинних і майбутніх, і просто до перехожих. Музиканти вирішили зібрати гроші на свій повноцінний сольний альбом через платформу «На старті». Як стати учасником спільної справи та що вам за це не буде? Дивіться зараз. Мене підкидає від стелі до полу, даруй, бо не знаю я більше нічого. Ми хотим записать альбом. И для этого хотим привлечь людей, которые бы стали инвесторами нашего альбома. Рабочее название альбома «Четыре моста», потому что это одна из самых популярных песен, но это рабочее название, поэтому как бы мы пока еще не вскрываем такую информацию. Мы когда собирали песни на альбом, думали, вот что бы нам, вот записываем мы альбом, что мы запишем? Ну, песен у нас больше. Мы собрали песни, посмотрели, а их 13. Мы такие, ну, о, классно. Это роковый альбом, то есть мы играем, как мы считаем, мы играем постпанк. Многие удивятся и скажут, да не, они вообще другое играют. Как бы мы не против, то есть пусть считают все что угодно. Мы считаем, что мы играем постпанк, ну просто потому, что нам так проще. Семи недели смартфон даст расписание мысли, там странно глупое создание, свет на палитре. Спешат, пишу, просто пишешь, пишешь, пока бесплатен блог. Пошлые сказки и влажные ладони, сердце без сказки, пока тебя никто не будет жрать, ты чужие. Нехитрая наука, но без подсказки, ты не издашь звука. Это краудфандинг, самый натуральный краудфандинг, то есть существует определенная градация взносов, и люди, которые как бы хотят участвовать в записи, они получают определенные плюшки за определенные взносы, то есть от каких-то там забавных штуковин, типа, я не знаю, плаката группы, до там соучастия в съемке фильма о том, как мы пишем альбом, то есть мы, да, у нас далеко идущие планы, мы еще и фильм будем делать. Он заходит на платформу, смотрит, выбирает из списка, там есть разная градация взносов, там взносы от 25 гривен, там выложен наш клип, выложена наша музыка, он посмотрел, ему нравится, то есть он может просто, ну, помочь, потому что ему эта музыка нравится, и он хочет, чтобы она звучала. Платформа называется «На старте», и там в зависимости от того, во что человек хочет вложить деньги, то есть это может быть какая-то социальная инициатива, детская площадка, телепередача, музыка опять же. То есть там разные люди собирают средства на совершенно разные цели. Люди собирают деньги на фильмы. То есть хотят снять кино и собирают деньги на фильмы. И, в принципе, даже успешно. То есть на этой платформе, например, Делиев собрал деньги на один из своих фильмов. Может быть, люди хотят именно поучаствовать в создании той музыки, которую еще никто не продюсировал, за которую никто заранее не брался и не думал, там, вот мы сейчас пишем одно слово за другим, потому что это будут покупать. То есть музыку от души, если кто-то хочет, это вариант. Фанаты — это дело 25-е. На самом деле больше интересуют люди, которым просто хочется новую музыку какую-то. Именно на запись мы так прикинули, что мы собираем 38 тысяч гривен. Это, ну, сумма кажется большой, но в целом запись одной песни, нормальная, хорошая, качественная запись одной песни, это минимум 5 тысяч гривен. У нас альбом из 13 песен. Сейчас такое время, как мне кажется, что люди могут сами влиять на то, какую музыку слушать, то есть вот что они хотят. На самом деле, ну, то есть от каждого человека там требуется небольшой взнос. Если там взнос чуть больше, то за это мы будем дарить какие-то подарки, то есть какие-то презенты от группы и все остальное. Ну, соответственно, опять же, сам альбом. То есть, если у нас есть поклонники, если у нас есть фанаты, если они такие есть, да, и они хотят слушать нашу музыку, то я думаю, что небольшим количеством денег они готовы будут пожертвовать. Это такое, продажа альбома до того, как он вышел. Сама платформа «На старте», она гарантирует возврат средств, если, то есть, команда не собирает в нужный срок нужные деньги, то платформа «На старте» гарантирует возврат средств всем
вкладчикам. Ну вот посмотрим. Надеюсь, что мы соберем все-таки. Ну, он там дешевле получается, потому что 38, опять же, это минус там платформа, минус налоги. Люди, которые привыкли к тому, что все можно найти бесплатно, книжки, учебники, музыку, видео, кино, что угодно, да, они, соответственно, немножко опустошают культурную казну, если можно так сказать. То есть нет этих средств в стране. Нет средств в стране. То есть мы не можем, допустим, податься на грант, если бы в стране были определенные деньги на развитие музыки, балета, чего-то, чего-то. То есть каких-то культурных вот этих вот мероприятий, там, где побрынчали, да, на струнках. У нас таких денег нет, то есть взять их неоткуда. Соответственно, приходится либо искать, где тебе дадут грант. Это, опять же, за границу. Мы не хотим за границу пока. Мы хотим здесь поднимать музыку. Для начала здесь. Если пойдет классно, не вопрос, мы съездим еще куда-то. Но мы хотим здесь.